chance, actually. I bought a friend's camera in 1968 to photograph a Jimi Hendrix concert, knowing nothing about photography. Went and shot a couple of rolls of film, processed them the next morning in my friend's amateur darkroom, and when I saw the image coming up in the tray, I was hooked and enrolled in photojournalism school, and that was the beginning of a long career. Настолько мощна и многогранна, что он интересен буквально всем. Я думаю, что здесь еще есть такой момент, что та фотография, которую мы видим на этих стенах, к нам в Россию, она пришла только в 80-90-е годы. Да, то есть, наверное, мы можем какой-то проект провести с советским экраном. This is my second trip to Russia, and two trips to Moscow, and two trips to St. Petersburg. Это моя вторая поездка в Россию, вторая поездка в Москву, вторая поездка в Санкт-Петербург. And I was quite charmed this time by this area, Red October district. I found it quite amazing, very similar to the East Village in New York City. Мне очень понравился этот район Красного Октября. Он мне напоминает район East Village в Нью-Йорке. Действительно, такой определенный подытог, который сам мастер решил сказать всем нам о своей 40-летней творческой деятельности. Для меня, как для центра фотографии, очень интересно, что эта выставка сегодня проходит у нас. Многие из вас знают, что мы активно занимаемся 70-ми годами в нашей советской фотографии, в российской фотографии советского периода. Поэтому для меня выставка Бормана, как раз чья творческая биография начинается именно с 70-х годов, очень важна. Thank you very much. Всем большое спасибо. Shot the 3D6-7. Yeah, it's a camera. And film, no. Thank you. Thank you.